На Кубани в преддверии новогодних праздников проходит традиционная акция «Безопасное детство», направленная на профилактику детской безнадзорности, травматизма и гибели детей в результате пожаров и других чрезвычайных ситуаций. На территории района сформированы постоянные межведомственные рабочие группы для посещения по месту жительства семей, нуждающихся в особом внимании. Это семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и многодетные семьи. С ноября по январь будут проверены все патронатные семьи. Цель самая главная, наверное, основная – это безопасность детей, проживающих в этих семьях. Безусловно, есть факты нарушения пожарной безопасности, где не соблюдаются эти правила. Поэтому с целью разъяснения, предупреждения таких чрезвычайных происшествий, которые могут произойти в этих семьях с детьми, несчастных случаев, эти посещения организованы. Этот вопрос на ежедневном контроле главы района Романа Ивановича Синеговского, председатель комиссии Виталий Иванович Титаренко наши муниципальные информируют, докладывают о результатах. Межведомственные рабочие группы обследуют помещения на пожарную безопасность, рассказывают о мерах соцподдержки, которыми может воспользоваться семья, оказывают помощь в решении проблемных вопросов. По итогам рейда составляется акт обследования жилищно-бытовых условий, где отмечаются все рекомендации. Сразу же намечается план работы с конкретной семьей по тем запросам, которые установили участники комиссии в ходе проверки. То есть мы посещаем семьи, смотрим, в каких условиях живут дети, комфортно ли им, как предстоящие праздники они будут проводить. Также мы проводим профилактические беседы с родителями и их детьми. Проводим также акции всевозможные, например, «Вторые руки» мы проводим акцию, когда передаем вещи детям, которые нуждаются в нашей помощи. Эта акция очень важна и нужна нам всем взрослым, чтобы обезопасить и защитить наших детей. Акция «Безопасное детство» продлится до января. Некоторые семьи будут посещены повторно с целью проверки, все ли выявленные нарушения были ими устранены. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».